Всем приветики. Вот мы снова встретились на улице. Замечательная погода, тепло. Солнце светит в глаза. Просто капец. Травка уже растет. Листики сирени появляются. На улице вот именно такая погода, которая вот, ну, нормально. Она даже достаточно для конца марта. На сегодня 28 марта. Достаточно очень теплая. Вот. А в комнате у меня, конечно, как обычно, у меня там духота стоит, у меня комната на солнечной стороне находится, как раз весь день вот туда выходит окно, и по той стороне вот так вот проходит солнце, у меня там капец, конечно, духота. Вот, а я вышла погулять, но не просто погулять, и я надеюсь, что если все сложится, поеду кое-куда. Не обещаю то, что я буду все снимать, потому что. Вот. Здравствуйте. Вот, поэтому такое вот. Если получится, я сниму. Если нет, я поснимаю просто что-нибудь такое, ну, другое. Вот. Ну, в общем, вот так. А сейчас я буду вызывать такси и ждать такси. А сейчас я вам покажу эту зеленую травку. Вот она, наша зеленая травка. Такая вот красота. Тюльпанчики посадили. Мало травы, мало, но я думаю... Как говорится, весна, лето еще впереди, и все вырастет. Это сирень. Вот такие вот листочки уже. Через месяц уже будет вся цвести. Через месяц уже будет красота, уже будут цветы, уже будет сирень, будет очень красиво. Вот, поэтому вот такие дела. Вон двор наш. Та-дам! Это гостиница «Казахстан». Самая высокая гостиница у нас в городе Алматы. Сколько там? Привет! Фу-фу-фу! Не знаю, чья собака. Учуяла. У меня там я... Шаурму хотела, шаурму нет, взяла донер. Но мне кажется, это одно и то же. Чувствую, я поесть тут не смогу, да, спокойно. Здрасте. Сфотографировать зачем? Да, то он хозяина потерял, а у меня сотка сзади, не могу, руки заняты, извините. Я бы не ее не отдать, чтобы он посеялся. Мы с Ксверикой его нашли. Иди сюда. Иди ко мне. Эй, иди сюда. Рыжков, иди сюда. Рыж, иди сюда. Иди сюда. Хороший мальчик. Иди. Так, посмотри. Стой. Стоять. Опа, пока стоят. Вот. Фоткайте быстрее. Сфотала. Спасибо. Только рыжик. Вот, стоит. Сфотала. Вам перекинуть фотографии на телефон? Да, если можно. Давайте я на WhatsApp вам скину. Да, давайте. Вот эта вот собака потерялась. Вот эта вот черненькая собачка потерялась. Город Алматы. Если, может быть, кто-то знает, откликнитесь, напишите в комментариях. Потеряла хозяин. Это мальчик. А это котик у вас? Можно я сниму котика?
А это кошка. Кошка. Ты какая красавица. Как зовут? Дымка. Дымка? Да. Класс. Эй, что боишься? Можно погладить? Да, конечно. Эй, эй, эй! Эй, тихо! Запутались, запутались. О, блин, оба бестолковых. Два бестолковых. Ой, боится. Да, она всех боится. Кого только не боится. А, меня не боится. Только двурокорный трёх. Да? Вредненько. Когтя руку убери. Держится. Моча! Упасть боится. Ну да. Господи, дети-то чё только не летает, а? Угу. Что за психология? Я понимаю, что у героя словарный запас попал, а у детей-то чё? Она вообще не любит фотографироваться. Ладно, я не буду ее снимать, чтобы она не нервничала. Жалко собачку, конечно, то, что потерялась, хозяева потеряла, такая хорошая. Видно, что щенок еще как бы маленькая, молодая. Надеюсь, найдутся хозяева. Конечно, у меня канал не такой уж прям популярный. Тут всего как бы 78 подписчиков или 76. Спасибо то, что подписываетесь на мой канал, подписывайтесь дальше. По возможности буду снимать для вас видео. Вот. Снимаю не так часто, но все же. Здесь, кстати, намного прохладнее, чем в микрорайонах. Там, как говорится, ниже в микрорайоне, там намного теплее. Но сейчас вечер, и здесь уже такая ближе предгорная местность, и здесь очень прохладно. Очень даже прохладно.